Сибзавод «Агро» производит технику для ресурсосберегающего земледелия. Семимодульный посевной комплекс КСКП-2.1Д «Амич» выполняет одновременно 4 агротехнические операции. Культивирует почву, производит высев семян, вносит стартовую дозу удобрений и прикатывает посев катками. Посевной комплекс шириной захвата 14,4 метра позволяет аграриям увеличить прибыль и значительно сократить время посевной. Высокая производительность 12,5 гектар в час, 250 гектар в сутки при двухсменной работе. Точное копирование рельефа поля дает возможность не тратить деньги на дорогостоящую операцию по выравниванию поля. Стабильно точная глубина высева семян. Минимальное травмирование семян в разы меньше, чем у пневматических комплексов. Надежность и простота в обслуживании, в отличие от дорогой и сложной в эксплуатации импортной техники. Семимодульная сцепка, изготовленная из высококачественной легированной стали 09Г2С и предназначена для эксплуатации в тяжелых полевых условиях с мощными современными тракторами более высокого тягового класса. Брус сцепки поперечный 100 на 100 на 6 мм. Рама сцепки 80 на 80 на 6 мм. Усиленное прицепное устройство, цельная конструкция из швеллера в форме дуги, обеспечивает максимальную маневренность сеялки и агрегатирование с тракторами от 1,4 до 8 класса. Соединительное устройство СКП-14-00400 обеспечивает гарантированно точное копирование рельефа поля. У сеялок модификации D увеличенный бункер с полимерно-порошковым покрытием, стойким к агрессивным средам, снижает выгорание и коррозию металла. Жесткая фиксация пальцев увеличивает срок службы верхнего и нижнего звеньев. Усиленная передняя опора с 12-слойной сельхозшиной и самоцентрирующимися опорными подшипниками закрытого типа обеспечивает лучшую устойчивость сеялки и стабильно равномерный высев семян. Лапа сошняка из закаленной стали 65Г с абразивостойким покрытием Сармайт. Сошник с усиленной пружиной из прутка диаметром 14 мм и каленой шлифованной соединительной втулкой рабочего органа. Шкала точной регулировки плавно регулирует зазор между катушкой и клапаном высевающего аппарата для бестравматичного высева подсолнечника, кукурузы, гороха и других крупнофракционных семян. Маслопроводы с полимерно-порошковым покрытием, стойким к агрессивным средам. Задние транспортные колеса позволяют транспортировать сеялки по дорогам общего пользования. Смешанный каток исключает забивание разобщителя механизма привода пожнивными остатками. Клиновой каток усилен обечайкой из 25-го уголка. Усиленный шток гидроцилиндра и РВД, диапазон работы до 250 атмосфер. Металлокерамическая катушка не подвергается коррозии и стойкая к абразивному износу. Металлические воронки исключают поломки, окрашены полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к агрессивным средам. Посевной комплекс КСКП-2.1Д, семимодульный «Амич», сохраняет почвенную влагу, снижает трудозатраты, повышает урожай до 30% и восстанавливает плодородие почвы. Подберем модификацию посевной техники под специфику почвы, климата, применяемые агротехнологии, посевные культуры и запросы наших клиентов.